Минотавр, тебя ждет поражение. Запомни, ты вчерашняя новость. Признай, Минотавр, тебе крышка. Рейнджеры, время объединить ваше оружие. Команда словно один воин. Вы все слышали? За дело. Трансформация. Могучие рейнджеры. Огонь! Знаете, когда Valve выпускали прошлый патч, я как прилежный дота-ютубер сидел дома и ждал обновления в его любимой игре. Но тогда, сидя ночью, я получил не 7.33, а 7.32 с какой-то там буквой. Я даже, если честно, не помню с какой. В этот же раз я уехал на юга примерно на 5 дней. И, конечно же, как только я сел в самолет, всем проигрокам приходит письмо. Valve объявляет дату патча 7.33, происходят сливы, загадки, карту увеличивают на 40%, а я даже не дома. Да. Сегодня будет весьма актуально. Итак, ребята, я знаю, что уже все популярные и непопулярные дота-ютуберы сделали для вас обзор на патч. Также вы уже все видели, какие баги в этой игре существуют. Все это вам известно. Но, тем не менее, давайте я вам сжато за 10 секунд объясню все, что вам надо знать об этом патче. Ладно, пацаны, так, к сожалению, не получится. Фух, ладно, парни, давайте свое мнение о патче я оставлю на концовку этого ролика, но пока с вас лайк, обязательно подписку на канал, ведь нас все еще не 350 тысяч почему-то. Это меня не устраивает, естественно, поэтому исправьте это. Ну а мы начинаем. Не знаешь, как быстро продать скины? LeeSkins.ru – сайт для моментальной продажи скинов. Также там можно бесплатно лутануть 5 баксов. Для этого заходим на сайт именно по моей ссылке, которую я оставлю в описании, и вводим мой промокод MIPA. Вот и все. Также там есть очень крутая фишка для новых пользователей. Если ты продашь свои скинов на 100 баксов, LeeSkins добавит тебе еще 5 баксов к выплате. Все просто. Вставляем трейд ссылку, выбираем скины для продажи, и вот LeeSkins добавляет вам еще бонусных денег за использование промокода. Указываем email, выбираем метод оплаты и кошелек. Вуаля, через 2 минуты деньги уже у вас. Кстати, на LeeSkins можно купить скины намного дешевле, чем в Steam. Здесь множество вариантов, как пополнить баланс, а также очень удобный интерфейс. Ну а ссылочку и промокод на 5 баксов я оставлю в описании под роликом. Итак, раз уж в первые дни патча все возможные и невозможные баги уже были понерфлены, я зашел в лобби, чтобы найти нечто, что знают единицы. Ну давайте я сейчас сначала в лобби протащу все, что мне максимально интересно, а мы уже потом пойдем в доту. Для начала я хотел проверить, что будет, если во время того, как Рошан переходит из дневного логова в ночное, я буду держать его в сет, возможно ли это. Итак, мы его держим, пока ночь. Он стоит. Окей, а что если в момент, когда он будет возвращаться, мы продержим его условно 10 минут. И мы во время телепорта и... Что идет обратно? Короче, багов с ним... Я думал, что багов нет, а в итоге он куда-то все-таки свалил. То есть он как бы забагался, получается. Ты что, сумасшедший? То есть он бегает и постоянно телепортируется? Ты что, шизик? Короче, баг очень простой. Все, что вам надо, продержать Рошана 10 минут на месте перед самим телепортом. В момент, когда он будет телепортироваться, должен смениться цикл дня и ночи. Все. Если он сменится в момент, когда Рошан телепортируется, то есть все, Рошан баг. Нашел баг за 10 секунд. За 10 секунд нашел баг. Так, ладно. Следующие вопросы у меня были к Аганиму, естественно. Как же это можно забагать? Это по-любому можно забагать, понимаете? Ну, вы верите? Я думаю, что да. И чё? Че с ним? Че с челом? А я уйду. Ага. Ну и на мое удивление, из всех багов, которые я смог найти с Аганимом, это в основном визуальные баги, никак не влияющие на игру. Че с челом? Но вот следующем баге мне написали вы, мои подписчики, и давайте же я покажу вам, в чем тут соль. Итак, я должен взять основ... Что? А как это работает? Я две заберу? Да, ты захватываешь как аванпост, только в секунду. Я заберу две. Нет, не сразу. Ну одно сначала. Все, отменяй. Все, у него он есть, у меня он есть. Теперь мне нужно обновить свой инвентарь. Вопрос как? Я могу обновить CF, могу обновить переключив ПТ, что правильно. Давайте съедим. ПТ появилось. Допустим, я ПТ переключаю. А почему оно на силе? На момент выхода ролика этот баг все еще не пофиксили. Он не настолько сильный, как это было несколько лет назад, но все равно можно обузить. А это только с ПТ работает? Можно, кстати, с фейзами это проверить. Если я проверну это с фейзами, то, возможно, будет доп. Урон уклона. Итак, взяли, обновили инвентарь. 36 урона, это удвоился, да? А на клоне работает урон
зеленый. Ну вот, да. И, ну, вообще нормально. Все, фейсы надо сделать. Да, просто можно с фейзами это хуячить и все. Ну, в принципе, аганим выглядит доработанно. Ни капельки не сломанный. Мне нравится. Но это же еще не все. Что будет, если мы повторим то, что было в трейлере, и, короче, сделаем так, что троны упадут действительно одновременно? Я знаю, что такое уже делали, но сейчас Valve прям жирно-жирно намекнули на это. И давайте попробуем. Так, короче, вот, смотри, сейчас я хочу, чтобы мы с тобой снесли трон одновременно, так как в трейлере. И для воспроизведения той ситуации я предлагаю пикнуть и Вингу, и Скаймага. Короче, давай так, в Дискорде задержка, поэтому сделаем тычку на определенной секунде в доте. Возможно, нужно как-то снаряд ускорить, потому что у разных героев разный полет снаряда. Вообще, изначально лучше бы, конечно, чтобы мы играли на милишниках. Если мы хотим как в трейлере, то надо, ты понял. Это, мне кажется, невероятно сложно будет так сделать. Есть тычка, по-любому. Есть какая-то нейтралка, дающая ускорение полета снаряда. Нет, она раньше была, это был Принц Найф. Принц Найф. А его можно прописать? Че ты вообще включил? Ёб твою мать. Заново. Да, Принц Найф, все. Так, теперь, короче, давай сделаем одинаковую скорость атаки. У меня 452, ты можешь 452 себе сделать? У меня 455. Все, я думаю, достаточно. Ну что, давай тогда тоже себе сделаю голый трон. Так, короче, все, готов. Сейчас я продамажу трон вместе с тобой. И надо будет с тобой нанести последнюю тычку одновременно. Так, ну что, я готов. Я тоже. Давай так, на 30-й. Давай. Что? Я себе... Я просто в шоке. У нас первый раз получилось, Влад. Ну что, когда все баги найдены багованным профессионалом всех багов, мы идем с вами играть в игру. Игра нашлась мгновенно. Так, на здрафте, да? К сожалению, драфчу не я. Окей. Меня забрали в левую команду. Это хорошо, потому что я все-таки боялся, что я отличу одним из самых последних. Классно, все, героя не забанили. Отлично, играем. Я, честно говоря, не помню, там в лесах расположены посты, дающие броню, хп-реген, мана-реген, что-то там еще. Не знаю, где что расположено, знаю, что такое есть. Короче, знание патча поверхностное. Вот как я вообще хочу закупиться в этой игре? Что-нибудь сделали с ПТ-шкой? Что-то вроде сделали или нет? Скорость дальний. Ближний бой. Не я себе. Ближнему бою. Больше месса. Судоворот. Жестко? Думаю, да. Как просто сыграем. Я честно, не очень готов флею в доту. Как скажешь. Ой. Отлично просто. Короче, попробуем сыграть фул на фарм, потому что мне кажется, что фарма настолько много, что я могу реально уйти в леса. Ой, инвокер. Так, ты инвокер. Можешь не убить, попробовать. Еще экзортовый. Так, ладно, пока все ок. Единственное, что мне сейчас приедет шмотка, поэтому съедим вот так. Пока вокер стоит, обычный вокер, самый дефолтный, но при этом экзортовый. Очень рад его видеть. В прошлом патче не было экзортных вокеров. Парни, плохие новости у меня для вас. К сожалению, не тэпается. Все еще не тэпается. Не тэпается мне юнит. Что такое? Почти подсопил, брат. Почти. Ты хотел подсопить? Понимаю. Почти подсопил. Почти. Я видел. Я оценил. Ой, идет рунку ломать. Я сейчас сломаю рунку, думает. Сейчас сломаю. Сейчас. Не сломал. А че не сломал ты? Я думал, сломаешь. Раптор behind, раптор behind. Мисс. Придется так тапаться, не могу тапашниться нормально. Намного больше у меня точек для фарма, но фармятся по-прежнему вражеские мидеры. Так, что сделали в Резбенд? Меньше скорость атаки, не хочу. Наверное, вот так вот сделаем, просто чтобы иметь 100 тысяч сейчас. Тут и без бот. Прости, брат. О, ДДшка. You want to go first or me arrow first? No, I'll go first.
Теперь нужен аганим. Наверное, его хочется протестить. Я не особо верю в то, что это предмет, который надо покупать фастом. Но игра закончится, если я не куплю аганим. По приколу, купим. Я бы сейчас купил сначала какой-нибудь... Подождите, давайте убьем Вокера. Короче, я бы купил сейчас себе какой-нибудь Dragonlance слэш этот... Блин, что с картой? Короче, Dragonlance слэш... Блин, что ж такое? Я не... Как только я хочу что-то сказать, появляется этот парень, и я не могу его не убить. В общем, Dragonlance слэш Diffuse. Вот это я бы сейчас купил, но куплю аганим. Вот это я батя, вот это я клево играю. Байтфел урод. Ладно, давайте вот так сделаем просто. Ой, глимс. Там могут, да, кое-что сделать со мной. Ладно, я боялся, что он тэпается, но теперь он вряд ли тэпается. Вниз я боялся, что уйдет. Он опять неправильно кастанул штуку или что? Видели, да, эту тычку? Как говорится, добавили много точек для фарма. Сейчас я пойду пофармлю. Знаете, в чем прикол собрать аганим первым итемом? Потому что под него можно строить билды. Например, я никогда на мипаре не покупал бы башер. Но с аганимом можно купить башер. Я никогда бы не купил на мипаре БКБ, но с аганимом я могу попробовать это сделать, да? И вот по такому принципу я бы сыграл. Не повезло абсолютно. Что такое этот броч? Давайте возьмем ради мувспида по приколу. Вот у нас просто будет куча мувспида на основном. У нас и так много мувспида, да? Могу не убить червя из-за того, что у меня не достов. Я достаю купил. Ну ладно. Ну он вот тут. Что я могу сделать? Что я могу сделать, если он вот тут? О, кстати, вот этого можно убить. Не убегают от меня? Они меня убивали. Я хочу БКБ. По приколу. Ну, мне кажется, прикольно. Смешно будет. Ну, ботинок. Просто ботинок. Вот просто мистер ботинок? Или кто? Смотрите. Ну, это мистер ботинок, что я могу сделать? Че, они будут на топе драться, реально? Вот это, кстати, хорошо. Я сейчас клоном бегу, смотрите, я сейчас бегу клоном. Пусть подамажит. Пускай. Будут. И вот теперь я влетаю. И я мега мипа. Ну, правда, что-то не особо, если честно, они просто убегают. Я понял, что там есть КД. Не могу ТП нажать из-за того, что у меня нету кнопки. Не то. Это my bad. А мы до Талова. Не, мы не до Талова, мы съебываем отсюда. Как же долго я формулю это БКБ? Хотя 17 минут игры, наверное, нормально. Хочется уже заиметь это БКБ. Вообще, я думал, что из-за того, что их можно теперь выбивать, я думал, что у меня будет всегда то, что я хочу. Например, я хочу квилл, блин, вообще изи. Так, ну что, мега мипа. Теперь я должен быть мега жесткий. Но, правда, у меня нету ничего. Можно закончить. Не поиграл я в этой игре с моим билдом. Но я понял, что БКБ ранее не особо-то и надо. Хотя не знаю, возможно мне бы хватало моего ДПС. Вот не смог я это протекать. Я бы купил бабочку, наверное, перед этим всем. То есть нужен какой-то ДПС. И вот бабочка, она очень сильно увеличивает твой ДПС, потому что ты эту ловкость умножаешь в себя. И ты становишься очень статовым. И вот только вот какую-нибудь бабочку сюда. А вот сюда башер. Прикольно? Прикольно. Возможно, не хватает скадака, да, какого-то. Ну, чтобы замедлять это все. В целом, прикольно. Попробуем во второй игре. В первой игре не удалось, но... Попытка была. А я пошел. Ну, да, не просто им похуй. Ну они. Че, нормально? Вот это. Где? А где еще? Нормально. Мне нравится, что он все. Салва, я не думаю, что это цимбур. И видели, что по мне не было урона вообще, или не видели? Да, нормально было. Также, я думаю, многим из вас, как и мне, интересно, справится ли этот мега-мипа с различными хардкерри. Мы не берем в учет всяких воидов, которые убили бы меня просто за хрона, поэтому давайте посмотрим мои файты против простых рейд-кликеров-убийц.
Ой, Mortal Draft есть. Не, на самом деле, все, что они выкатили, выглядит мега доделано. Потому что все ландшафты, всю эту хуйню перенесли. Потом... Мало багов, на самом деле. Да, багов мало. Потом эти челики просто... Представь, я сейчас создаю лобби, и я могу поставить этот Immortal Draft, или как он там называется, новый режим. То есть они, в принципе, все-все-все вот эти микро-детали, до которых, ну, достаточно сложно так-то додуматься. Вот. Можно их забыть или еще что-то, они все это сделали. Если мипа будет много, то мипа выиграет. Если мипа будет один, этот большой, я думаю, что Урса выиграет. Не, у меня план вообще в другом. Я просто буду... кайтить тебя, короче. И вот я буду кайтить, а потом просто накину всех челов себе на башку и все, и вот. И просто мне башку разломать. Да. Я думаю, просто, чтобы убить всех моих челов, тебе тоже нужно потратить хоть что-то, понял? А тут я такой. Что это за диадема 6 ко всем атрибутам? Я не видел ее. Но у меня какой-то билд, ну, типа, дефолтный такой. Нифига, это что за дисперсер? Надо деревья вырубить. Ебать, пошел просто грызть деревья. Бедоед. Так, ну что, ты готов? Да. Че, мне с тобой сначала нормально подуэлиться или лоб в лоб похуяться, как ботяра? Как хочешь. Ну да, давай, ладно. Раунд 2. Чуть манту не жил. Гаси дэмэдж. Самое смешное, что у меня еще 100 броней, и это еще говяный закуп. Этот закуп не нужен. Вот, если я играю... таким билдом, то мне тот закуп, который у меня, но мне он не особо-то и нужен. Билд у тебя здравый. Сатаник нужен мне. Да. Ну, они слезли, так нечестно. Ну так, не, ну это нечестно было. Ну ладно, Урса ничего не может, согласен? Да, Урса, да. Давай, гоу другой герой. Мне кажется, я тебя просто уничтожу, но я не уверен. Раунд! Бля, как же я тебя сейчас уничтожу? Раз, два, три, гоу! Себя. А где дэмэдж? Ну. А где ДМГ? Ну. За ваше. Где дэмэдж? Где дэмэдж? Почему ты не можешь убить? Так, у него сколько у тебя армора? Вообще немного. Давай еще разок. Ну я могу просто умнее сделать все и все и выиграю. Не надо умнее, ты и так переиграл. Че, просто в лоб пойти? Да, давай так же в лоб. Давай. Раз, два, три, го. И чё это? Чего? Я мискликнул. Все слабенькие мэпы. Да, я мискликнул, потому что... Ебать, без шансов вообще. Еще раз я мискликнул. Давай ещё. БКБ мне уже нахуй не нужно ваше. Давай я тогда тоже гарпуны поменяю. Просто беру себе сатаник. Давай, let's go, лобовой. Давай, раз, два, три, го. А? Ну опять немножко не попал. Ёпперес. А чё за баша? Почему два баша? Потому что я жду, когда выпадет баша, потом еще кидаю биса. А, нормально. Mm. Я не знаю, чё это в психа выиграть. Ты ну просто ёбнутый. Чё, будешь героя менять или все? Ну да, давай, вообще что-то придумаем еще. Оо, тролль вообще жесткий. А чё, а чё мы сделали? Так у него ж, ну ты ж не убьёшь меня ульте. Так и что, я очень долго. Нет, там миссы. Давай тролль. Бесконечно. Так какие миссы, у меня МКБ, я МКБ не русил. А там другие миссы. Мипа с Губи на 13. С Южного Бутова. Бежит, пизды получать. Так это теперь правда. Мне нравится, как Рашат гуляет. Вообще пиздец. Мне кажется, он слишком быстро перебегает. Он должен как-то вальяжно перебираться. Мы специально это сделали, видимо. Чтобы никаких багов, чтобы их не забагали никак. Просто они станы все уменьшили. Подумали, ну нормально. Ладно, по факту, дота это один большой костыль. Этот патч что-то невероятное. Подожди, я забираю от всех атрибутов клонов. То есть каждый клон мне дает 50% своих атрибутов. Это же пиздец. Нет? Ну, то есть, это же очень много. Все, давай, короче. Лоб-лоб сразу. Давай, сразу лоб-лоб. Раз, два, три, go. Что-то не пробивается, будто бы. Будто бы ДПСа не очень много. ДПСа маловато, будто бы, да. А че у тебя 9000 хп, это из-за клона? Да. А, ну ладно. Если Урса проиграла, то я не знаю, чем. Ну все, мы кончились эти
Ну да ты выиграл. Бей. На Сларке можно выиграть. Да, на Сларке, я думаю, на Сларке 100% выиграешь. Ну, типа, тролль, ну тролль, мне кажется... Давайте троллем, давайте троллем. Так сделать, что он перекатит. Или именно в лоп-лоп вот так вот. Лоп-лоп просто. Ну если в лоп-лоп, то... Ну тролль, мне кажется, выиграет. Я тоже думаю, что если так в лоп-лоп, то тролль выиграет. Он должен выиграть. Мне кажется, нет. Ну, правда, МКБ придется покупать. Террорблейд, мне кажется, выиграет. Нет, Террорблейд не выиграет. Ой, блядь. Что ты взял? Пикни мипа. Давай, давай. Ту-ду-дун, ту-дун. Если честно, я никогда не играл на тролле на новом. Там предметы можно сжать в ульте или нет? Не помню. Предмет нельзя сжать. Нельзя, да? Раунд 56.2. Поехали. Ну, братан, ты отыграл. О! Мисклик произошел. Ну ладно. Мы вообще. И одного ски. Ну вообще. Подожди. Ну да, но это не пробить, я не знаю чем. Только с Ларком если выиграть. Ну ладно, давай его лучше поменяю. Плюс я же еще одного клона скинул просто. Ладно, Сларк тоже не выиграет. Да, мне тоже кажется, нет, что Сларку не хватит. Я, ну, Сларка я могу отмансить вообще, как ёбнутого. Не, ну если так лоп-лоп, то Сларк выиграет. Думаешь? Так, ладно, еще. Го, попробуем вот так еще раз. Давай. Раз, два, три, го. Давай. Пробиваю. Пробиваешь. Перестал пробивать. По какой-то хуйне перестал пробивать просто. Начал. Ну кончилось. Ну да. Давай на Сларке пробую еще раз. Давай. Вообще такой билдак никто никогда не соберет, как Миша собирает. Подожди, если у тебя два ультимейта, то я просто всю свою форму стою АФК получается, потому что у меня форма длится... Получается, что так, да. У меня 4 ультимейта. А я тоже рефрешер. А я тоже рефрешер тогда куплю. Ну можешь, да. Вообще, МБ я тебя убью до того, как кончится. Раз, два. Да, раз, два, три. Шансов не было. А маны нет, подожди. Мана кончается листок. Ну уже так играем. Надо... Мы уже играем. Зачем тебе две бабочки? Не знаю. Еще шар давайте. Да, еще шар один. Ну, в общем, у меня статов. Вообще не бьешь просто. Баунс дает стак, если что. Да, баунс дает. Ну ладно, не, ну вот этого, конечно, вообще впадал. Ну, я могу, но только не так, как типа. Ну, мне маны не хватает, блин. Да. У тебя еще стаки, ты можешь обфантик умереть? А че ты мультик не схавал? Я вообще никогда не хавал. Давай, раз, два, три, гол. Ох ты, я на клип залетел, ёлки-палки. Ёлки-палки-моталки. Переебал катку. А не. И ага. Они вообще без статов вылезли. Они вылезли просто дистрофики. Дистрофики. Ну ладно. Только Сларк побежает, походу. Ну не, ну Войт есть какой-нибудь. Лун, Друид есть еще видно, но это такие. Да. Друид, я думаю, не потянет вообще. Лун Друид вообще уничтожит. Да, и он его не то, что уничтожит, он его. Съезд, да, просто. Ну, а на этом у меня все. Патч оказался просто шикарным, на мой взгляд. Я очень устал от этого однообразия в доте, которые творились последние месяцы. И сейчас я получаю те эмоции, которые получал в 2014 году, когда впервые зашел в доту. Мне хочется что-то проверить, что-то попробовать, не заканчивать игру рано, чтобы успеть докупить те или иные предметы. Ну, в общем, очень много нового и интересного. Надеюсь, что так и будет продолжаться дальше. Не забываем про лайк, подписку на канал. Ну, как бы на этом все. Пока. Все, ты запись рубил? Да. Все, давай, ты еще ничего не знаешь. Придумай там себе роль, мы не... Как худ пишется? Почему я не дал ему худ? Vivia Bots. Худ удалили из доты, Миш. Чего? Ты не знал, что худ удалили из доты? Нет.
И надо будет с тобой нанести последнюю тычку одновременно. Так, смотри. Ты сможешь встать через команду move максимально... Это ГГ. Ты чё вот? Ну там не хватило одной тычки. У нас первый раз получилось, Влад. Ничья. Ну я... Я эмоции даже выдавать не буду. Потому что... Так, ну все. Чё? Что? Тебе? Я просто в шоке. Потом ставишь.